Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Катрин, а это продолжение Ведьмака 3, Дикая Охота, 6-я серия. В прошлой серии я говорила, что мы пойдем на вот эту вот отметочку. Сейчас быстренько покажу. Вот, она тут рядышком. Но у нас еще есть знак вопроса здесь. И для того, чтобы просто потом не возвращаться, почему бы сюда не поплыть, правильно? Тем более, кто знает, что здесь находится. Какие-то вон травы. Военные трофеи, отметка. Потом мы нырнем. И что-нибудь еще там снизу залутаем. Конечно же, я забыла включить таймер. Оно будет где-то на дне, правильно? Да. На дне. Охотничьи штаны. Взять все. И все. Вы серьезно? Я думала, здесь, блин, лут лутецкий прям. Вон еще крушина. Вот она, подбираю. И давай, давай, давай. Не хватало здесь еще помереть. Набираем воздуха. А что это такое красненьким отмечено? Прям подо мной. А, еще может быть. Нет, нет, стоп, стоп. Вниз, вниз, вниз. Чела вот этого можно залутать. Да вроде нет. Больше тут ничего нет. Все, всплываю. Очень удобно, что в правом нижнем углу показываются кнопочки. То есть даже если ты забудешь, то спокойно можно посмотреть на них и все. Сокровища залутали. Такие себе, конечно, сокровища. Ставим, значит, отметочку. Тут больше нет. Хотя можно было бы сюда. Ну, блин. Лучше сюда. Какой-то... гарнизончик. Плотва тут рядышком. Доступное задание. Давайте сюда слетаем. О, плотва. А ты мой хорющий. Садимся. Шевелись, плотва. Погнали. Только осторожно, в яд не попадаем. О, сколько мне еще ждать? А-а-а. Блин, аспарировать. Есть еще кто? Ага, вот идет. А, на них парирование не действует. Ясно. Могли бы сразу сказать. Слюна чудовища. А тут что? Какого чудовища? А мозги? Плотва, ну иди сюда. Прямо стал возле этого. Возле яда. Пошла. Плотва, не так быстро. Тут есть что-нибудь? Кстати. Нет. Геральт, а ты уже определись. Пристал к лошадке. Что таким приказным тоном? А я спрячу меч. Что? Слажу. Купец-спонсор. Поговорить. Что случилось? Чудовище! Чудовище из болот! Говорили мне, что здесь дорога опасная, а я не послушал
И по делам мне. Помочь надо, да? Меньше стенаний, больше фактов. Что случилось, как помочь? И помни, ведьмаки за даром не работают. Все, с этого мы точно возьмем деньги. Что, у тебя нет денег? Собрался я к черным торговать. Вдруг конь переполошился и понес. Ага. На колдобине вылетел я, скозил, а повозка поехала дальше. Вдруг слышу какое-то бульканье, ржание и чавканье. Что-то там было. И что-то, кажется, сожрало сивку вместе с копытами. Ой, лошадь схавали. Товар в повозке. А мне и проверить страшно. Я подумал, может, вы? Больше всего мне один сундучок важен. Принесите его, очень вас прошу. Поищу я твой сундучок. Ладно, схожу. Когда найду сундучок, дам знать. И куда мне теперь? Отследить? Так, новое задание, ценный груз. Тю-тю-тю-тю-тю. Назад. Задание. Дополнительные. Найти место. Так-так-так. Отслеживать задание. Это откуда мы прибежали, получается. Вот оно. Следы повозки. Она заехала в болото. Есть. Сейчас на меня нападут, да? А, это эти, блин, ушлепки. А вот и повозка. Раз. Минус один. Минус два. Есть. Все. О, мозг. Класс. Классно, когда есть мозги. Вот она, лошадушка. Стрела. Об этом он не упоминал. Ага. Интересно. Здесь стоит осмотреться повнимательнее. Черный порошок. Как раз он мне нужен был. Шкура белого волка, цветы. Волкобой. Повозка, утыканная стрелами. Есть. А ничего, что я тут как бы забираю? Есть. Прямо в шею. Хороший выстрел. В общем, это не монстры на него напали. Или у этого моего купца серьезные проблемы с памятью. Или он тебе наврал. Он врет. Сундучок с отваром. Взять все. Должно быть, он об этой коробке говорил. Заляпана кровью. Человеческой. Идем обратно к нему. Больше тут лута никакого нет. А зачем вот эти бочки, кстати? Просто для того, чтобы сбить с ног противника? Ну да, явно. Хватит рычать. О, так что? Нашелся сундучок. Я прямо в костер стала. Я тебя раскусил, я нашел, пожалуйста. Ну, давайте сначала я тебя раскусил. Зачем мне брать? Нашел я твой ценный сундучок. А еще кое-кого похожего на возницу. Со стрелой в шее. На этих болотах дриад нет, а утопцы и водные бабы из лука не стреляют. Других выкладывай, выкладывай, нет, что утаил. Думаю, что... Может, денег осторожно, побольше? Сзади! Сзади ничего нет. Я ведьмак, так что я бы услышал. Чел, так же, как ну зачем? Слышу твой пульс. Очень быстрый, как у лжеца. Посмотрим, может, наездник из тебя лучше, чем мошенник. Надо его догнать, или он убежит. А что сейчас будет?
Загруз какая-то пошла. А, надо догнать. Быстрее. Ща догоню. Ща как догоню. А вон он. Ну что, паскуда? Эй! Ну это было легко. Все, теперь надо мы денег в чувство. Не сможем получить. Подъем. Вот видишь, на вранье далеко не уедешь, даже верхом. А теперь говори, кто ты такой и зачем напал на повозку. Думала, так легко нас Ефрейтор обмануть. Ефрейтор Янгиермер. 6-я Тимерская дивизия, 2-й полк. Распущен. Но все еще действует. По-тихому. Из леса. Тимерцы это типа хорошие транспорт. Или плохие, я уже я забыла. Я не хотел, чтобы он попал к нильфам. А, да. А лекарства, нильфации, они ж плохие, нашим типа. Ребятам они тоже пригодятся. У нас много больных. Отпусти меня, тогда, может, они выживут и еще будут сражаться за свободный север. Нет, к нильфгаадцам я его отдавать не буду. Лекарства. Блин, ну может быть. Отпусти меня, тогда может они выживут и еще будут сражаться за свободный север. Может быть, он даст мне какие-нибудь штучки-дрючки. Стоит ли ему верить? Он же нас обманул, хотя сейчас он упал на жопу и испугался. Ладно, я добрая. Езжай. Добро, езжай. Желаю тебе и твоим товарищам, что прячутся по кустам, славной виктории в сражениях с Нильфгаардом. Дай мне деньги. Чувство юмора у тебя гнусное. Но, мужик, ты порядочный. О, давай. Возьми вот золото, я ж обещал. А ну не смотри. Выпей за серебряные увидела, лилии увидела, что нам дали деньги. Короля Фольтеста. Очки опыта. Кроны. Блин, ну кроны надо в банке обменивать, правильно? Все. Спасибо еще раз. Вовек Тимерия не погибла. Ладно, походу он не врал. Карта мира. Что у нас тут еще? Чё ещё-то? Блин, ну раз мы тут рядом, давайте на знаке вопросиков поездим. А потом возьмем задание. Так же ж интереснее. Спасибо еще. А можно я на лошадь свою залезу? А, вот, плотва. Плотва, прости. Я тебя перепутала немножечко. Совсем чуточку. Так, ну тут рядом. Погнали. О, кстати, надо вместо силы еще сходить. Может быть там... У тебя сегодня плохой день. Кто там был? Я не хочу драться. Далековато. Дальше живут драконы. Дай спешусь. А ну лошадь не трогай. А ну иди сюда. Ля, убегает от меня. Сука. Ну и ладно. Мне нужны сокровища, а не ты. Где они? Вот они. Тю, и все. Ладно. Дальше. Ставим галочку. Плотва. Погнали. Не отпускай его! В смысле? Иди сюда.
Блин, блин, не вовремя. Ё-моё! Фига себе, что я такое сделала? Балдёж я сделала? Старая козья шкура. Это были кто? Разбойники, типа? Ё-моё, Геральт. Ты живешь? Нет, ты не живешь. Я думаю, на кого он там? Рунный камень, зелье Петри, гамбинезон. Взяли все, залутали. Класс, по пути еще и что-то нашла. Ага, вот еще. Бутерброд с курятиной. Я ж хавать захотела. Лестница. Так, загасить, потому что вдруг еще загорится. А, так это оно и было. Ёпта. Взять. Да бери. Яблоко взять, все. Ну, вроде бы все зачекало. Плотва, ты где? Я тебя в бой не втягиваю, понял? Давай, плотва. Потому что, когда ранят лошадь, это так грустно. В общем, в этой серии у нас будут одни знаки вопросиков. И, может быть, какое-нибудь дополнительное задание, если у нас по времени останется. Магия — это место силы. А никто не вылезет? Класс! Есть! Мощь знака Акси увеличена. Давайте зайдем сразу. Умение персонажа. Еще что-нибудь давать не зелененькое возьмем. Алхимия. Знаки. Арт. Игни. Ирден. Квен. Аксий. Аксий для чего нам? А, влияет на разум. А как мутагены? На уровне 16. На уровне 8, 6, 4. Мне, в общем, нужно 4 уровень прокачать. Это здоровье. Днем вне боя здоровье восстанавливается на 10 очков быстрее. Увеличивает максимальный уровень здоровья на 500 единиц. Увеличивает критический урон. Техника школы Грифона. Каждый элемент среднего доспеха увеличивает. Нет, это я не хочу. Давайте или здоровье 500. Или каждый элемент легкого доспеха. Так, это тоже доспех. Давайте вот это вот. Купить навык. Окей. Ага, чтобы его активировать. А вот этот нам мутаген что дает? Здоровье плюс 100. Ну, давайте пока его уберем, в принципе. Какая разница? А поставим вот этот вот. А, нет, вот этот вот. Активировать. Ой. Есть. У меня увеличилась полосочка. Хаваем хлеб. А как... как листать? Ага, зажимать.
зажимать, и оно меняется. Хорошо. Ну, здоровье у меня уже полное. Ко мне кто-то бежит. Ага, то волки. То волки, то волки. Карта мира. Знак вопросика следующий. Ставим. Плотва, ты готов? Это мальчик или девочка, плотва? Кто-то появился? Давайте-ка я сохранюсь. Где у нас сохранение? Ирден. Это, наверное, призрак появился. Ага. Есть, 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 есть! Ю-ху! Класс. Взять. О, мутагены с призрака еще. Зачерпываем силу. Не зря я отсюда ушла. А где мутагены? Мутагены, вот они. Ну, у меня больше нет, получается. Они одинаковые, да? Плюс 50 здоровья, плюс 50 здоровья. Хорошо. Где-то наш плотва. Уничтожили уже 3 призрака, получается. Класс. Оказывается, не так сложно, если знать, как это делать. Блин, ладно. Что-то красненькое. Что-то красненькое, что-то красненькое. Здесь, значит, спрятанное сокровище. Ключ с темирскими лилиями. Где-то здесь будет? Угу. Ныряем. Пропитанные кровью военные приказы, серебряное жерелье, знак темирского особого отряда. Ничего страшного, что я его не буду читать, да? Приказ сотника всякому встречному. Податель сего письма с сопровождением доставит на север до границы, где у Оксенфурта их будет ждать реданский отряд. Как реданцы благородного рождения, эти люди находятся под опекой короля Радовида. И даже один волос не должен упасть с их головы. Все, что они везут с собой, это их собственность и должно оставаться с ними. Нарушитель приказа будет отдан под суд и немедленно казнен. Рандал Виттенберг. Класс! У меня теперь есть какие-то сокровища. А ну иди сюда! Бой. Взять. Ну, как хорошо. Карта мира. С этой стороны, по правой сверху, я, в общем, все сделала. Осталось внизу. А так как мы вот уже здесь, давайте, значит, вот сюда пойдем. Сколько там? 251 всего лишь. Мне нравится больше пешком ходить. Не знаю, как вам, но мне почему-то так больше нравится. Ага, это место силы наше. Медальон дрожит. Это место силы. Надо запомнить. Хотя на карте, в принципе, все будет видно, но... Очень хорошо перед какими-нибудь боями, схватками. А чего вот это красненькое такое? Это травушку показывает или что? А чё музыка такая?
страшная. Я вроде бы того призрака убила, мне ж мутаген дали. А, нет, мутаген мне дали с полуденницы, чи с полуденницы, так и... Гнездо чудовищ. Каких? А! Где еще? Ага. Ах ты... За камнем спрятался. Сукин сын. На! Все? Это гнездо чудовищ? Чё так мало? Я думал, что страшное будет. Яд гуля. Это нам пригодится. Все пригодится. Еще гнездо место гуля. Силы. Надо его уничтожить. Оу-е, еще одно очко умений. А, вот оно. Покончим с этим. А они типа отсюда появляются или как? Уничтожить гнездо чудовища можно бомбами, картечь или танцующая звезда. Нужны бомбы, а у меня бомб нету. Алхимия. Чтобы бомбу сделать, мне нужна Calcium Equum. А где его найти? Calcium Equum. Ладно, буду знать. Мозг чудовища. Кстати, у меня еще не было мозга гулей. В общем, сделаем... Сделаем как бомбу. Нужно будет прийти сюда. Место чудовищ. Теперь отправляемся в это место. Ставим меточку. Плотва. Погнали, дорогой. Шевелись, плотва. Давай, давай, давай. Ух, и звуки здесь страшные. Но! Сколько там у меня? 308. Ну да, далековато. Новая метка, спрятанное сокровище. А, здесь, наверное... Здесь куча волков. Какой-то варх. А, мы с ним уже дрались. Уворачиваться от вас не успеваю. Еще и пока прибегут. Все? Испугались? Убегайте. Какой-то лут. Какой-то лут. Собачье сало, это нам нужно. Мала. Ага, вот они, сокровища. Орины. Записки. Малый рунный камень. Три глав. Седло. Пустая... О, пустая бутылка. Мне нужно было охотничьи перчатки. Масло против зверей. Взять все. Больше тут ничего нет. А, ого, это тоже можно брать. Думала, бочки здесь просто так. Все залутала. Ну, ведьмин.
хочу. Охотничьи штаны уже были, их можно продать. Веревочная лестница тоже у меня есть одна, тоже можно одну продать. Ну, как бы все. Идем дальше. Что у нас тут? Верх будет зачищен. Вот по этим трем точкам пройдемся. И все будет зачищено. Тут совсем рядышком. Кстати, можно будет попробовать. Что у меня есть? Игни у меня. Можно сейчас попробовать на себеках. Если они мне попадутся. Тут какое-то место. Хм. Странно. Да, довольно-таки странно. Кто-то ко мне идет? Ага. Ой-ой-ой, сама подожглась. Ну! У, Ерль, ты чё? Сколько нам бутик дает? Бутик так неплохо, до самого конца, фига себе. Так, значит, осторожненько. Заметки шпиона. Прочитаем. 15-й день наблюдения за кем-то... Наблюдали. Они снова появились в лагере, принесли много добычи, в основном панцирь и оружие, но в этот раз еще и окованный сундук. Пополудни объявился мужчина с запасами еды и питья. 16-й день наблюдения. Ранним утром в лагере появился посланец, и это вызвало большое движение. Сейчас же организованная группа для транспортировки сундука. Как только настанут сумерки, попробую проследить, куда его вывезли. Ну, судя по всему, он не проследил. 17-й день. Сундук оставили совсем недалеко отсюда, в запрошенной хате, недалеко от старой мельницы. Выставили стражу, ближе подойти не удалось. Ага, значит, мы какой-то сейчас сундук залутаем. 18-й день. Все в лагере пьют со вчерашнего полудня. Уже второй день. Если бы мы сейчас на них напали, вырезали бы всех до одного. Жаль, командир послал на этот пост только меня. Попробую подойти к ним ночью. Если удача будет на моей стороне, быть может, избавлюсь от них сам. И еще записка. Дела наши все лучше. Мы разбили лагерь в чаще леса возле старой мельницы. А, мы, получается, нашли записку тех, кто сундук ховал, и тех, кто искал. Возле старой мельницы уже неплохо обустроили. Все жалуются на бедность, но если придавать, то из любого... А, придавить. То из любого может что-нибудь выжить. Там мешок зерна, там пару крон. Неплохой заработок и работенка не пыльная. Не то, что в армии. Мы теперь хоть брюхо набить можем, а то, что до риска, ну, лучше уж так, чем идти в атаку на нильфов под командой Наталиса. В общем, прятали все друг от друга. Класс, очень удобно. А ну! Пошел вон, пошел вон, пошел вон. Ах ты... Вернуться нет. Волчья шкура. А если я пойду дальше, меня что, драконы сожгут? Интересно. Но лучше это не испытывать. Больше тут ничего не взять. Ага, вот тут вот алхимический порошок. Не знаю, зачем мне сырое мясо, но... Идем дальше. Где-то возле мельницы, рядом со мной, наверное, вот это вот неизвестное место. Плотва. Погнали, дорогой. Давай, плотва.
О, он сюда запрыгнет. Да. Сдавайся. Очень удобно. Блин, блин. Что это может быть? Так. А я не знала, что здесь будет вожак. Да. Не отпускай его! Надо его как-то... Блин, блин! Ого! Есть! Разрубила напополам просто. Вау! О, мне нужна была проволока. Хе-хе. Ушатала всех за раз. Лутаем, лутаем, по максимуму лутаем. Собачье сало. Вареник. Ох уж эти вареники. Тут был какой-то... Этот. Сундук. А кружка нам зачем? Капец тут лута. О, калкиум этот. Тот самый. Чтоб можно было сделать бомбу. Укрепленное дерево. Это можно будет. Тихо, не падаем. Ладно, с пчелами я еще не готова воевать. Все. Тут ничего. Да блин, спрячь. На такой большой лагерь было всего лишь чуть-чуть людей. Старый ржавый меч тоже можно будет продать. Тут залутало. Так, здесь они спали. А, наверное, вот тут вот. Вот тут вот тот самый. Ща. Капец тут всего. С чудовищами дерется, а перепрыгнуть нормально не может. Чё такое? Только не застревай, пожалуйста, Геральт. Лотва там спокойненько стоит. Бутылка воды. Ну все. Вот тут вот еще. Кружка. В общем, кто-то против кого-то воюет, а ведьмак сам по себе. Серебряный заварочный чайник. Охотничьи сапоги. И какая-то записка. Промокшее письмо, прочитать. Ваше превосходительство Валерат. Велерат. Градоначальник Вызимы. Нам нельзя уже дальше мешкать. Разведчики доносят, что черные готовят осадные машины. Если хотите уйти живым, завтра, как только рассветет, будьте у спуска в канаву в храмовой квартале Вызимы. Места в лодке мало, так что берите с собой только ближайшую семью и все самое ценное. Дам вам несколько людей для охраны, но не слишком много, чтобы внимание не привлекать. Проплываем через Чернеево. Каменку, Белый сад, Углев, там пересядьте на лошадей. Я не Гделин. А побегу никому не говорите, чтобы паники в городе не вызвать. Ну, никто никому не сказал, а мы все узнали. Охотничьи перчатки. Мы грязные деньги какие-то выполнили? Блин, наверное, для начала надо было на доске объявлений побрать эти все задания, да? А я такая деловая.
Все тут поделала. Ладно, давайте вот сюда. На распутье и сходим тогда все-таки проверим доску объявлений. Че уж делать-то? Плотва. Больше ничего нет. А, мне еще какое-то очко мини дали, да, по-моему, да, одно доступное. Это для боя, это знаки, алхимия, умения. У меня как бы зеленый мутаген открылся. Давайте что-нибудь зеленое приобретем. Еще. И потом добавим. Тут он бомбы какие-то. Все бомбы, даже те, которые обычно не повреждают врагов, помимо обычных эффектов. О! Дополнительно очков для ветви открытия должно быть 7. Ого, ну это да, слишком много. Ладно, пока я ничего не буду делать. Да какой тьфу! Бежим дальше. Тут совсем близко. Ой, тут обрыв. Давай. А как отсюда? Ладно. Ну! Прыгай! Ну, все. Да, все. Надо как-то это все объехать. А, он мост. Мост, да? Эй! Блин, ну с лошадью я вообще что-то как-то не могу нормально взаимодействовать. Спокуха. А что это за место? Какое-то новое место. Столько трупов. Война только началась. Блин. Ладно. Сначала убиваем. Есть. Еще где-то, ага. Есть. Гнездо чудовищ. Сколько мест? Давайте сюда сначала. Это место силы. Ну. Геральт, ну не выделуйся. Еще сейчас что-нибудь получим. Гнездо гулей, надо его уничтожить. Да у меня нет бомб. Что там дальше? А, вот я хотела вот сюда и... На распутье, но это слишком далеко. Хотя, с другой стороны, как бы мы сюда еще вернемся. Правильно? Бутылка воды. Да ё-моё! Так кричит, как будто... Все, валим отсюда. Идем на распутье. И возвращаемся, значит, в город. Берем задание.
А, уже 46 минут, блин. Отправляемся сюда. К доске задания сходим, почитаем, что там есть, и будем заканчивать тогда. Сидел дьявол на троне. Как Кузнецов сынок пропал, мужики начали ведьмака пытать. Тот аккурат случился у околицы. А, вот оно, вот оно. Вроде бы уже запомнил, где доска объявлений. Лишь на полях Нильфгаардской страны Эмгир император наделал штаны. Неудивительно. А ну, смотрим. Имперский гарнизон сообщает, что беднейшие жители деревни могут получить продуктовый рацион. Бастен, мой брат, ушел воевать с черными. Думает, вот это вот можно взять. Принимаем добровольцев. А ну, смотрим. Дополнительное задание. Найти Дуни и Ведверта. Он где-то тут? Что? Что ты сказал? Кто тебя этому учил? Ну? Чешка. Пропавший без вести. А это что? Куплю медовые соты, дам хорошую цену. Тамира травница. О! Можно собирать еще этот улики. Только как их собирать? Усы не с дороги. Я там, наверное, уже была, да? Куда мне показывает знак? Нет, я тут еще не была. Ладно. Будем, ребятки, на этом заканчивать. Поначалу было очень непривычно, а сейчас просто каждая серия вот так вот пролетает. Вообще не понимаю, что ты сидишь уже почти целый час. Настолько интересно тут все. Надеюсь, ребятки, вам понравилось. Но пока на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик и комментируйте. Всем до встречи в следующем видео.